Добрый день. Как сказал Владимир Федорович, постоянно одни и те же лица. Это приятно наблюдать в связи с тем, что то есть это люди, которые преданы клубу, да, и болеют. Отдельно хочется сказать спасибо Матвею Борисовичу и Ирине Михайловичу, что они поддерживают на протяжении уже, как сказали, долгого времени и будут дальше поддерживать, я в этом уверен. Но, как правильно сказали, меня это отреагирование не застало никаким образом, но благодаря детям, которые сидят в первом ряду, то есть я могу смотреть на жизнь, как говорят, не сквозь розовые очки, да, я могу посмотреть чуть на жизнь с другой стороны. Спасибо вам за это, боритесь за «Динамо», «Динамо» с вами.